Переходим на доширак и воду. Меня уволили. Да они вообще понимают, кого они потеряли? Вот же, сука, всем офисам сканировали свои жопы на директорском принтере. Вот почему, когда моя очередь подошла, все, что не делается, все делается к лучшему. Светусь, ну твоя эпоха подошла. Теперь ты узнаешь слово «работа». А я буду ходить на маникюрчики и хуюрчики. Ну все, Света, иди покупай икону. Зачем? На купюры молиться будем, Света. Я просто работал не по своей профессии. Я по образованию. А кто я по образованию? Ну вот говорили мне, ну не пить с начальством. Ну нажрались мы знатно. Видите ли, я все высказал на корпоративе своему начальнику. Я облил с них текилой. И поджег. Ну не увольнять же! Света, это все. Это конец. Мы такой работы с тобой просто больше уже не найдем, ты понимаешь? Опять придется возвращаться в жопосранку, а я так привык к многоэтажкам. Света, зато я ушел красиво, поднасрал всем. В прямом смысле этого слова. Валера, все, короче, с сегодняшнего дня мы с тобой на СОЖ. На БОЖ. Короче, на спорте. Валера, надо готовиться к лету. В смысле, один месяц остался. Вот что твой самогон делает, ну! Валера, надо быть в тренде. Сейчас все на этом ЗОШе, хуёше. А чем мы хуже? Все, Валера, не пиздякай. С завтрашнего дня мы бегаем. В смысле ты уже бегаешь, Валера? Валера, если бегаешь 50 метров от дома до винного магазина, это еще ничего не значит. Ой, Валера, я что-то нерв защемил. И йод мне в рот, Валера. Я же весь алкоголь спрятал. Как ты успел нажраться? Так, стоп. Так, Валера, я не понял. А где 3 литра кефира? Валера, я просил купить гантели. Это шо? Валера, и самое главное, никакого алкоголя. Только протеины, соки и молочка. С завтрашнего дня, Валера, начнем. С завтрашнего. Давайте градусник. Дорованду и гидрианду открыванду. Дорованду я футболянду смотрянду. А ты там не охуеванду, я тебе жаранду приготованду. Ёпш твою манду. Ну и шо с той анду? У меня сумки на первом этаже анду. Дорованду, кто там припиранду? Маланду? Дочанду? Ёпта, мадре мия. Да пизданту, лаванту. Мой нихеранду не хочет работанду. А я тебе говорянду, что не надо было за него выходанду. Говорянду, маманду. Доранду, у нас вина не манду. Иди покупанду, парфаванду. Да не пойду я никуданду. Хватит уже выпиванду. Я же сказал. Так, дочанду, замолчанду. А я что-то не понимаю. Жопу свою отрыванду, пиздаванду за винанду. Твою манду. Здравствуйте, от борта берете? Берешь ты, а я везу. Хочешь, анекдот расскажу? Нет. Анекдот! О, дорогой мой, ты в какой жопе мира ты живешь? Так, я пьяных не везу. Так я трезвый. Так а что стекла запотели? Так, мы в машине не курим. Так вы сказали, что нельзя. Тебе нельзя, мне можно. Мое корыто, мои правила. Представь, захожу я в комнату, короче, она с ним чувырлась, черепонькается. Ну и я недолго... здорово. Ну как сегодня у тебя? Не густо? Да, у меня тоже. Две бабы сегодня, еще один дотик. А так тишина. Ну что, приехали. О, не-не-не, сдачи у меня не будет. И что теперь будем делать? Какой ты добрый человек, слушай, столько мне чая оставил. Спасибо огромное, спасибо. Я тебе свечку зажигания в двигатель поставлю. Ой, какие все-таки добрые люди, пошли, гляньте. Ну, заебанду. Что тут за срачлянду? Маманду, там все чистанду. Намеканду, пониманду. Может, пицца заказанду? Я согласанду. Так, никаких пиццанду, зитянду. Иди картошку дочищанду, пока мы с дочанду поболтанду. Маманду, это шикарданду. Заебанду. Ну и шо, галиданду? Я смотрянду футболянду. И что за хуйнянду? А ну-ка включанду кармелянду. Там последний серианду. Я не муганду, там важно игранду. А я что-то не пониманду. Дочанду! Вали, вали, вали. Дороманду я в душанду.
Ну и что с той Андо? Дорогая, ты забываешь по латинандо. Ох, нихуяндо. Дорогая, ты неправильно все понимаешь. Да ты вообще охуеванто. Дочанду, я тебе говорю, что он извращанду. Все, Света, заказывай гроб. Мне сказали перевязать анализы. Света, наливай. Все равно уже помирать. Наливай. Это же как ты будешь, Света, одна за ипотеку платить? Да по-любому, Света, у меня здесь опухоль. Или гематома. Да и то, и то. Мама, только не падай. У меня, короче, асоциализирующая фибродисплазия. Шо-шо, да не шо. Сам не знаю, что это. В интернете прочитал по симптомам. Но это точно у меня. Видите ли, ей мои анализы не нравятся. Да она мне не нравится. Не то, что моим анализам. Да вот по-любому потеряли мои анализы и просят, чтобы я их пересдал. А вот хер им. Я второй раз под иглу не лягу. Вот не зря Света с утра у меня в печени стреляла. Точно. Гепатит. Все, Света. Никаких пьянок и тусовок. Вот завтра даже в стрип-клуб с Валерой не... Точнее, на очередную пьянку не пойду, Света. Это центр ритуальных услуг. Скажите, а сколько стоит место на кладбище? Сколько? Да мне года три еще на это место надо работать. Нет, Света, живем еще. Начальник здесь? Фу, слава богу. А то вчера так наколдырили, что забыли, что сегодня понедельник. Ты знала, что наш Степан переспал с Анной? Ну, руководительница отдела продаж. Так он же гей. Да? Вот что с людьми делает работа наша, ну! Вот я тебе серьезно говорю, вот неделю, дай мне неделю, потом пишу заявление и аливидерчи. Слушай, ты квартальный отчет делал? Ха! Я тоже нет! А, подождите, вот квартальный отчет, как вы просили. Оу, бэд бич! Хочешь кофейку? Так, стоп, а ну что с коньяком? А как ты думаешь, я все планы делаю? Алло, агентство PR Real Company Digital Entertainment Industries. Опять вешают трубки, ну, странные какие-то. Ставочку можно будет организовать. Подождите буквально секундочку. Угу. Ты что жрать будешь сегодня на обед? Может, суши закажем? Давай, нет, не Филадельфии. Да-да-да. Все прекрасно будет. Все будет. Валера, подъем! Погнали в поход! Валера! Я все собрал уже. Валера, я взял с тобой здоровое питание. Валера, ну, отпусти оленя! О, Валера, вишневое дерево. Че-че, ничего, подсади! Поели вишню, Валера! Где ты, ёперный театр без аккордеона? Валера, что с лицом? Какой мед, какие пчелы! Ну что, Валера, я лечу, лови! Валера, я же сказал, что я лечу! Валера, я что-то не понял. Это что? Валера, у нас ЗОЖ, активный и здоровый образ жизни. Никаких пьянок. Ой, Валера, не, на больше меня не хватит. ЗОЖ-то не мое. Что это, Валера? Опять подмешал чего-нибудь туда? Смотри мне, Валера. О, Валера, я прям чувствую, от энергии хоть отбавляй. Ха! Валера, ничего, сейчас я там грушу видел. Сейчас полезем. Валера, Валера,